Привет всем! Меня зовут Саша, и сейчас я нахожусь в Нише, в городе Сербии. За мной сейчас находится крепость, которая была основана римлянами в 2 веке нашей эры. Она очень часто передавалась из рук в руки туркам, болгарам и так далее. Сейчас это памятник. Овуе, памятник Милану Абреновичу, князю сербскому, который освободил Ниш 28 декабря 1877 года. Как вы думаете, что на нем изображено? Многие подумают, что это может быть помада, но это пуля. Это раскопки римской бани. Они датируются 4 и 6 веком нашей эры. Это река Нишава. Она течет из Сербии через Болгарию и в Турцию. Поэтому эту реку еще можно назвать путем из Европы в Азию. Вот. Древние кельты называли эту реку сказочной, потому что в руслах этой реки находилось очень много артефактов. Этот монумент был установлен в память Миланского эдикта. В 1700-летие принятие христианства в Византии. Вот он. Этот монумент был построен именно в Нише, потому что здесь родился Константин Великий, благодаря которому христианство стало распространяться по всей Европе. Римские фонтанчики, прямо как в Италии. А вот еще водичка. Это памятник освобождения Ниша от турок сербами, который располагается на центральной площади Ниша. Прогуливаясь по Нишу, вы также можете найти скамейки с зарядками. Вот, например, вот.